Сегодня в Махачкале состоялось первое заседание пресс-клуба при президенте Дагестана. Его проводил Рамазан Абдулатипов. Среди приглашенных в качестве постоянных участников – главные редакторы, руководители и журналисты республиканских СМИ. Первое заседание носило организационный характер. Собравшиеся обсудили формат работы и задачи, которые глава республики ставит перед СМИ. Абдулатипов считает, что дагестанские журналисты должны рассказывать обществу о тех изменениях, которые происходят в республике. В первую очередь о том, что волнует самих граждан. По словам представителей СМИ, в числе главных проблем – коррупция. Абдулатипов предложил не ограничиваться сугубо криминальной сферой. Проблема в данном случае не только в том, чтобы сообщать гражданам о конкретном факте, а в том, что СМИ формировали в обществе новое сознание. Нужна совместная работа. Не только, чтобы я говорил, но и чтобы вы тоже говорили. Пока средства массовой информации мало влияют на формирование общественного сознания в Республике Дагестан. Я не говорю общественное мнение. Мнение можно 5 раз в день формировать. Я говорю сознание. Предполагается, что в состав пресс-клуба войдут как минимум 30 человек. Все они работают в республиканских телекомпаниях, газетах, журналах, информагентствах. Но также вероятно, что количественный и качественный состав участников будет заметно расширен. Так, например, сами журналисты предложили главе республики пригласить в клуб корреспондентов, представляющих в Дагестане федеральные СМИ. Абдулатипов согласился и в то же время сам сделал поправки в положение о пресс-клубе. В частности, персональный вариант, где говорилось, что задачами этого органа является объективное освещение деятельности президента Дагестана, Рамазан Абдулатипов настоял на другой формулировке. Задача клуба – освещать не работу президента, а органов власти и органов местного самоуправления.